У нее там мать пьяная. Нет, не зашел. Я ему кинул и в личку, и у меня вопрос. У нас ответ. Сегодня в ульде ЕПГП будет? Да. Блять, шамиц. Да? Да. Это хорошо. Я тогда релогнусь, а то аддон не установился. Зачем? А зачем? Зачем? Не-не-не, я водитель это. Вы лучше в одной из разрушителей нас посадите с шепокуком, блядь. Мы умеем хотя бы ездить. Я в звездочке водитель. Но я не хил. В 10 он зашел. Да, я его перенес. Да я водитель звездочки, я не, блядь. Нахуя? Не, я не могу. Может, правда, Войт, туда лучше опытных посадить? Войт, ты лучше посади тех, кто умеет, а не просто по приколу, ну, тех, кто вообще первый раз там будут сидеть. Ты шо? Мы сейчас будем факапиться по КД. У меня лапки, я долго соображаю. О! Так тут людей хватит. Я не знаю, в чем проблема. Типа, ты можешь львов посадить в осадку.
А что мы ждали? Убивали как-то хэм и не трогая хилов с их насиженных мест. Да не, ну в смысле ты... Я думаю, у нас найдется 5 лишних ДДшников. Ну босса там спроси, кто умеет водить 5 плюсов в чат, ебать. Вот я даже, блин, там... Ну, один разрушитель у вас считает, что готов, вам 4 нужно разрушать. Вот, вот. Потом этих, кто умеет стакать, блядь, вот так и садишь, а там и ДДшек просто там сам можешь выбрать каких и посадить. Там 4, типа 4 ДД надо, которые закинут. И все. А остальное похуй. И это ХМ, блядь, в принципе, еще сложно. Просто сколько раз ходил, ни разу, по-моему, не кидали никуда. На пушке так хэм убивали. Хэми всегда вырубали этого. Пушки. Мы не убивали пушки просто. Да, убивали, ты просто не помнишь. Ты там на этом, на велосипеде катался. Не-не-не. Да. Еще как это, еще скажи, как пересесть. Ну, в катапульт. Кого закидывать, в смысле?
Эта башня снабжает энергией молот Хадира. Считается, что он может обращать в лед целые армии. Извини, перебью. Разрушите, ну, убейте этого большого босса. Моба большого убейте. С этим багном. Сагри. Тендер что-то установил, не отображается, сколько это энергии. Все рассели. Дайте кто-нибудь на пассажирку. А в катапульте все сели? В трусах пассажирки нет. Пассажиры. Вот еще осадка, там все есть. Если что, в фиолетовом ромбике нету того, кого катапультировать, блять, на пушку. Сейчас что-нибудь подожди. Че, мам, садись. ДДшник. Потому что они... Десантник нужен. Фиолетовый ромбик, десантник нужен, блядь. У тебя там сидит, ты кого? Так, хуй, ну, десантник. Нет, так надо, чтобы зарядились в катапульту. Чтобы кто тут... свободный еще? Шаман, подушечка. Куда? Что ты вылез? Залез обратно. Чтобы человек в катапульту сел, надо, чтобы я слот освободил. Точно. Ну так я не вижу желающих, нету походу летать. Кто на мотоцикле-то ездит? Подушечка. Иди сядь. Все у нас есть. Это точно. Конкурс красоты. Шам, в звезду сядь. Херасин, накричи на всех. Так, сейчас, подождите. Я в ахуе.
Мотики сюда подвезите. Да, меня закидывать будут. Ставьте мотики вот сюда. И вылазите с них. И рассаживайтесь по машинам. Аллилуйя, ебать. Потом утром мотик подвези, где все стоят. Не прыгай. Вылази с него, вылази и садись в свободную машину. Печеньки пассажира не то. Я сяду, если в осадку кто-нибудь сядет пассажиром с наводчиком. Дизи, вылези из мотика. Блять, это так сложно, я хуйню. Это ж хрен. Потому что проще спросить, кто что может, и рассадить по пожеланиям, чем заморачиваться. Просто практика проходов. Это пиздец. А можно нас с Саньком раскопировать просто на все разрушить? Что, короче? Бля, не лей лужи, ёб твою мать, ты чё, дурак совсем или чё? Сказали, не лей лужи. Вот он выстрелил, моё почтение, блядь. Блядь, слушай, идите только не домажьте себе. Отлично, как я бить не могу. Меня вообще в землю катапультировали, блядь. Двоим надо было. Тёма там всех закинул? Ну да, но я бить не могу. Дай нитру, подкатим. Осадки, вы за боссами это катаетесь? Я не могу бить, короче, если зайца. Амиль, тяни. Бля, я залагал. Да вы чё, ёбаный нахуй инвалид, вы чё, ебанулись нахуй? Я точек нашёл, блядь, есть. Так я думаю. Лужи не лейте, мотоцикл, вы чё, ёбаный. Тебе главное не кидайте бездумный колчедан в босса, держите просто 10 стаков. Надеюсь, на говне доим уже это знаете. Сбейте кассу, сбейте. Дим, едь к колчеданам. Шамиль, что у тебя? Поехал к колчеданам тоже. Да нитру. Каз, бейте осад. Давай, чувак. Пол рейда лежит. Трусы, дай нитру, отхатим. Каз, бейте, кто там есть осад? Кто-то кроме нас может еще цветы убивать, блядь, или только мы можем держать стаки и убивать цветы одновременно, блядь. Ну ладно, давай, гасите, пацан. Конечно, могут осадные машины. Сашки должны откидывать ей здесь. Одна спереди, вторая сзади, все. Две остальные хуярят цветы. Там, блядь, проблема нахуй. Ебать, просто дно, нахуй. Так а чё дно? Вы, блядь, это,
один залагал, второй там бить не может. Да, да, потому что когда он распределяет, надо рот свой не открывать, а молчать сидеть, когда РЛ говорит. Вот и все, вот в этом вся проблема. Еще раз давайте заходим. Еще раз давайте, говорю, заходим. Кто в Дисе сейчас нажимает, нет. Заебись. А что у нас с магом и с локом? Лок здесь, а не ту хуйню ты. Шаман, а у тебя какие там, блядь, проблемы? Ты почему не слышишь здесь нихуя? Ты хоть пиши, блядь, если там говорить можешь, не знаю, что. Просаживайтесь, кто где сидел. Мотоциклу тоже помогайте кто-нибудь перетащить сюда. Так еще бой же идет. У нас теперь луна, Сань. Нету никакого боя, все уже здесь. Сань, мы в луне, если что, теперь. Да, сейчас я буду. Где ты там? Ты куда? Вот он. Кирилл. Чего? Зайди на трансляцию мою. Кажется, вас было больше. Шамиль, перезайди в игру, у тебя пинг. Да тут четверых пальцев. Так мы уже рассидели, уже ты рассудил, блядь, всех по разрушителям, тех, кто водит. Mm-hmm.
Бля, это пиздец. У тебя людей там не хватит, ты в курсе? В Луне есть что, пассажира нет? Никого нет. Я вот там сижу, типа, готов улетать. А нахуй меня из танка выкинули, я нихуя понять не могу. Ну сядь обратно. Это Хан говорил? Да. Садись обратно, свой разрушитель. Система орбитального подавления с программой супругой завершена. Несанкционированное вмешательство. Подтягивай Кочедан-то. Луне, подтягивай Кочедан. Луна, подтягивай Кочедан. Луна. Луна, подтягивай Кочедан. Менск, подъедь к Кочедану. Луна, подтягивай колчеданы, ёпта ему. В звёздочке шестёрку нажми. Тём, садись. Тём, сядь ко мне, сядь тянуть. Блядь, я не могу стрелять, у меня колчеданов нет постоянно. Тёма, Тёма.
Давай кидай. Я тебе через полкарты буду колчедан выкидывать. Подъедь ближе, пожалуйста. Кромбику подвезите колчедан. Пой его сбивать хотел. Уже просто так не память. А это нормально, что я всю битву сам, блядь, сижу с пассажирское место, сука, и собираю себе колчедан, блядь. И максимум 5 стаков настакиваю. Менкс. У меня Коне был, типа, но он потом полетел и шинул, типа, вторым. Ну, наверное, не добежал. У меня потом вчера книжек куда-то сел, потом, видимо, не сел, блядь, я не знаю. Да не, погоди, погоди. Он стал до книгу, да? К тебе чернокнижник после меня должен был сесть. Ну, он вроде сел, а потом смотрю, у меня что-то в пассажирках никого нету, я не понял. На меня сваншотило, нахуй, я даже не помню, что это хуйня, блядь. Ты во время да, машины издох, блин. Охуенно. Повторный анализ угрозы завершен. Оценка цели проведена. Смена курса. Деньги, друг. Ну, кто летает, рыбу поешь. Нет пассажиров осадки в одной. Кого закидывают, вон, поешьте рыбу. Тут осадка забаговалась. Не стреляет этими на единичку. А почему не сразу сидеть? Да, у тебя вот выброс пассажира стоит явно, блядь, поэтому ты не можешь стрелять, пока ты пассажира не выкинешь на четверку. Это осадка. А, ты про осадку. Вот я вверх стреляю. Это разрушитель, блядь. Разрушитель. Сука, господи, блядь. В Луне не летают же, сказали же. Ну
Сидит. Нет, это вот хант, я бегаю сейчас на маунте. Осадка вот забагалась. Тут забасан, которая. Детский сон. Да, блядь. Так не вот это забагалось, а вот стоит, вот она, вот. Да все две ездят, пауз, ничего не забагалось. Говорим. Нихуя у меня не работает. У тебя панелька не работает, да? Вот, блядь. Она как будто залипла, вот, и пишет, выполняется другое действие. Релок, пожалуйста, это будет проще быстрее. Я ничего не нажимал, я сел, тут так и было. Да, конечно. Могу ли вновь? Я не могу нормально играть. Если вы такие нервные, то это не проблема окружающих. Блять, слышишь, при чем тут то, что кто-то нервный? Ты, блядь, вообще в адеквате, нахуй? Я в адеквате. Пошли, блядь, нормально, а поиграть, ты уже истеришь. Валерия, на полтора часа дрочим, типа, как быть не нервным. Не-не-не, нормально быть, это самое, блядь, тупой пиздец.